виктории над шведами не ждешь? До сего дня ждал и твердо надеялся. Ныне же, ежели правда, что измена... Что тогда? Побьют, пожгут нас шведы. Понял. Слава богу, наконец. Зачем же нам напрасно эту кровь лить? Другой раз Нарва занадобилась. Невдомек мне, о чем речь. Побоище страшное. Стыд великой Нарва-то. Аль забыл? Не забыл. А коль не забыл, так слушай, капитан-командор. Иначе надо делать по-умному. Вот как. Сведаем, подошла шведская эскадра. Мы в Карбас и навстречу. А на подушке ключ от города Архангельского. Суди сам, кто нам страшней? Швед, что может наградить по чину, или смерть с рогатиной? И город-то от разграбления убережем. Ты, князь воевода, шутишь, или правду толкуешь? Испытываю, дружок, испытываю. Пробую на зуб, как золото. Теперь вижу, не испугаешься. Побежит от наш швед. Своим побежит. Тебе командовать. Все от тебя. Виктория от тебя. Конфузия от тебя. Извини, дружок, слукавил маленько. Теперь зато вижу, будешь биться. Не столь я глуп, чтоб сим здором уверовать. Ну, твое дело. Хошь верь, хошь не верь. Можешь в Москву отписать. Там поверят. То-то смеху-то будет, что князь воевода предательство обучает. Ядер-то припас. Уж скорее обучил воин. А? Буду палить, шведу не поздоровится. Совладаешь? Надо совладать. Ты, князь, не поможешь.